Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, в студии Владимир Никитченко. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. По прямому поручению временно исполняющего обязанности губернатора Владислава Кузнецова на Чукотке смягчили ограничения для вылова рыбы. На минувшей неделе на основании рекомендаций Тихоокеанского филиала в НИРО из-за плохого подхода рыбы был приостановлен промысел лососевых для промышленного и традиционного рыболовства, а для граждан увеличено количество проходных дней до 5, с понедельника по пятницу. В связи с обращениями жителей Владислав Кузнецов инициировал проведение заседания комиссии с целью смягчения ограничений. В результате новое решение дало дополнительный день рыбалки для любителей и участников традиционного лова. Количество проходных дней было сокращено с 5 до 4. Теперь они будут действовать еженедельно с понедельника по четверг включительно. Кроме того, по выходным дням в субботу и воскресенье промысел разрешен для осуществления традиционного рыболовства общинами коренных малочисленных народов. Как отметил Владислав Кузнецов, во вторник будут получены данные по количеству рыбы и актуальные рекомендации от Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. После этого межведомственная комиссия определит, нужен ли нам запрет вылова и по каким дням.